Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте сем, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Лишь одно не исчезнет вовеки. Мое сердце нашло неземную любовь и кристальные чистые реки. Не мутнеет поток, не мелеет река чистой радости, посланной Богом. И пройдя сто дорог, я стою у креста, и не нужно мне места иного. И не нужно мне места иного. Здесь надежда моя, здесь мой щит и облом, здесь завет заключен благодатный. Здесь любовью горя, умер тот за меня, кто земной пылью не был запятнан. И его чистотой, и его красотой, и его неповинной смертью мне дана благодать, твердо верить и ждать, предвкушая желанную встречу. Мне дана благодать, твердо верить и ждать, предвкушая желанную встречу. За гранью времен, за порогом земли, где плывет голубое мерцанье, я найду тихий дом, где цветы и ручьи, и любви бесконечное сияние. Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает, и от счастья любви вдруг сорвется слеза. И на райском пороге растает, и на райском пороге растает. Здесь надежда моя, здесь мой щит и оплот, здесь завет заключен благодатный. Здесь любовью горя, умер тот за меня, кто земной пылью не был запятнан. И его чистотой, и его красотой, и его неповинной смертью мне дана благодать, твердо верить и ждать, предвкушая желанную встречу. Мне дана
узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. И от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге растает, и на райском пороге растает. Здесь надежда моя, здесь мой щит и оплот, здесь обет заключен благородный. Здесь любовью горят, умер тот за меня, кто земной пылью не был запятнан. И его чистотой, и его красотой, и его неповинной смертью мне дана благодать, твердо верить и ждать, предвкушая желанную встречу. Мне дана благодать, твердо верить и ждать, предвкушая желанную встречу. Святыми в той чудной стране.
со святыми в той чудной стране. Там не будет разлук и не будет печали, и слеза не прольется и свет выкачет. Там увидим любимых и близких людей. Свет туда не проникнет, и лицо не поникнет, только радость и счастье там вечно царит. Свет туда не проникнет, и лицо не поникнет, счастье там вечно царит. О, приди ко Христу, обрачует Он душу, твое сердце омоет при чистой крови. Оставьте свой грех, эту тяжкую ношу, и стремись к единству той братской любви. Не напрасно стекала за Христа кровь святая, лишь она очищает блаженство. Так как и всегда, прежде чем мы начнем погружаться в исследование нашего наследия во Христе Иисусе, которое сосредоточено, содержится в Слове Божьем, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять с нашей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины».
И как мы с вами уже установили, для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Это отложить прежний образ жизни, то есть отложить, обновиться, облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании следующего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога, без которой мы не сможем облечься в новый образ жизни. Это Его милость, которая является уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, а средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, разумеется, является оружие молитвы или поклонения. Учитывая, что каждый раз, говоря о молитве или начиная говорить, я делаю достаточно пространное повторение. И причина заключается в том, что молитва вводит нас в присутствие Бога. Находясь в присутствии Бога, вы находитесь в безопасности по той простой причине, что Бог – опасность, сама опасность в Боге. Лучше быть подальше. Some people might say it's best if it's dangerous to be with God, we should be farther from Him. Кто может жить в этом огне? Поэтому мы учимся такой молитве, которая будет нас сводить для того, чтобы принести просто жертву Богу обыкновенного тельца. Человек учился 30 лет, повторяя одно и то же, чтобы как чего не нарушить, потому что несмотря на то, что храм был материальный, но в этом материальном храме жил и присутствовал и пребывал Бог, настоящий реальный Бог. И малейшее несовпадение в жертвоприношении или в облачении, или в неправильном вхождении в Его присутствие грозило для этих людей смертью. Мы с легкостью относимся к молитве. Мы часто думаем, да зачем опять мы повторяем это знаем? Мы только думаем, что мы знаем. На самом деле, то, что я повторяю, мы очень плохо знаем. Если бы мы хорошо знали, мы были бы обличены в огонь и приблизились к Богу. Молитва должна вводить нас в присутствие великой опасности. Да, мы будем в безопасности греха. Но если мы войдем туда с каким-то непониманием, невежеством, незнанием, мы будем уничтожены. Вот почему нам нужно не просто ждать новое что-то, быстрее новое. Давайте будем усваивать то, о чем мы говорим постоянно. Молитва – это не только средство общения с Богом, но это некое юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Иногда люди говорят, как? Мы даем Богу право. Да нет, мы не даем Богу право. Это Он установил это право, а не мы. И такое право могут давать только люди, подобные Ему. Когда станет подобный человек Ему, только тогда он может давать Богу право на Его же установленных условиях. Так захотел Бог. Это не значит, что Он становится чем-то второстепенным. Он остается первостепенным, но Он хочет не нарушать нашей суверенности и хочет сработать. Он дал нам привилегию, ввел нас в эту соработу. И, разумеется, эти условия разлиты по всему Писанию, но одна из таких молитв записана в 142-й песне как раз и раскрывает эти уникальные условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь милости Божией. Она появилась предметом нашего последующего исследования. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей. Видите, внемли молению моему поистине Твоей. А если я буду молиться не поистине, если я своими словами буду молиться? Писание говорит, возьмите молитвенные слова и идите ко мне. Нас в детстве не научили брать молитвенные слова.
Вот что взбредет, то мы и говорим, что хотим, то мы и просим. Мы не знаем, что мы просим и как мы просим, а мы должны знать. Внемли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Therefore, my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed. I remember the days of old and meditate on all your works. I muse on the work of your hands. I spread out my hands to you. My soul longs for you like a thirsty land. Answer me speedily, O Lord. My spirit fails. Do not hide your face from me, lest I be like those who go down into the pit. Чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты — Бог мой. Lead me in the land of uprightness. Revive me, O Lord, for your name's sake. For your righteousness' sake, bring my soul out of trouble. In your mercy, cut off my enemies and destroy all those who afflict my soul. For I am your servant. And so, to be heard by God, it was necessary, as we have established, it was necessary for God in this prayer to present to God a foundation or a right that could serve for God as proof that he can interfere in David's life with his mercy and his truth. Его жизнь милости, в которой он нуждался. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря, услышь меня ради Твоей истины Hear и me, because I remember the days of the old and all of your works. Дней, Hear me, because I spread out my hands to you. Простираю к Тебе мои Hear руки. Me, because I trust Услышь in меня, you. Потому что я на Тебя Hear уповаю. Me, because I lift my soul Услышь up меня to you. Ради возношения души моей к Тебе. Hear me, for I run Услышь to меня you. Ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты Бог мой. Услышь name. Меня ради Твоего Hear имени. For your mercy. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой. In the previous sermon, we have already examined the first argument that gave God the legal right to stand on David's behalf, to help him withstand his enemies. And we have stopped to examine the second argument, evidence that David remembered the days of the old and all the works of God in these days. Это воспоминание дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. Пребывал – это значит, у него это было в памяти. He was in the days of old, meant that he remembered on the level of genetic, клетках, of a genetic program in his spirit. Это and this is a very important component in which David stated правды, and he brought to God in prayer as required proof, saying, I remember the days of the old, I meditate on all your works, I muse on the work of your hands. Because of this, interfere my life. He knew that because of this, God will hear him. That's why he said it. А посему храни в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. Это, по сути дела, хранить в своем сердце истину и правду, которые свидетельствуют пред Богом о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей. Другими словами, говоря, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях Его у Рима, то есть Святого Духа, необходимо сохранять в своей памяти дела Божии в предмете Его Думима, то есть Слова Божьего, которое Он совершил в древних днях, дел Божьих. В связи с этим мы начали рассматривать ряд First, таких вопросов. Во-первых, тем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных им в древних днях на скрижалях нашего сердца. Second, what purpose is remembrance of God's work in the days of the old called to fulfill, запечатленных в древних днях and written on the tablets of our heart? Third, what price must we pay to remember God's works in the days of the old? And what results will follow after discovering in ourselves a remembrance of God's works in the days of the old? Looking at the first question, what is a remembrance of God's works, its properties and definition, we have concluded that the remembrance contained in a person defines the core of his person as well as his sovereign boundaries. Его личность перед Богом. For каковы мысли в душе человека, so таков и он. Притчи 23:7.
Учитывая, что память — это информация, содержащаяся в формате мысли, следует, что сохраняли на скрижалях своего сердца мыслями образом Божиим, совершенных им в древних днях, и затем, исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируемся в образ нашего мышления, обуславливающий в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях своим словом. Which on our end is expressed in the right that we give to God to interfere in our lives with His mercy. As it is written, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Jonah 2:7. So when I remembered, that's when my prayer came to you. And so by keeping in our heart a remembrance of God's works done by Him in the days of the old, we erase in this moment from our memory the deeds of people and information that was passed down from the sinful life of our forefathers. So we destroy the genetic program of death that was passed down to us by our fathers. When we remember God's works, we proclaim that when we say, Blessed are you, O Lord, who has created heaven and earth, and all who live. When we say this, we have this image of creation. Blessed are you when you took your people out of Egypt with your strong and lifted hand. Do you realize that you are a part of Israel? Because Israel are worshippers of God, worshiping God. This is not a nationality. This is a state of being that defines a worshipper and a warrior of prayer. И напротив, когда мы сосредотачиваем свой взор и свои мысли на делах человеческих, мы изглаживаем память дел Божьих в своем сердце, если мы ее туда записали. И таким образом сами себя лишаем права на вечную жизнь и сами обрекаем себя на погибель в озере огненном. То есть это происходит, когда мы слушаем проповедников, которые убеждают, что можно использовать духовные принципы для материального процветания. Вот когда вы начинаете использовать духовные принципы для материального процветания, вы изглаживаете память дел Божьих, произведенных в древних днях, в своем сердце, и вы вновь восстанавливаете программу генетического проклятия, которое получили от суетной жизни отцов. Память человека, содержащаяся в его мысленных образах, как программа его жизни, это крепость и оружие человека. И если лишить его памяти, это будет выглядеть как разрушенный город. Enemy, у врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Псалом 9:7. Память дел Божьих, содержащаяся в сердце человека в мысленных образах в формате генетической программы Бога, это наследие Христова, которое передается только одним путем, от одного праведного рода к другому, через наставление веры, или же благовествуемое слово о Царстве Небесном. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Psalms 102:12. Память дел Божьих, содержащихся в сердце человека в мысленных образах в формате генетической программы Бога, является в сердце человека памятной святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы, которая является местом Его пребывания. Вот когда мы держим в памяти дела Божьи, Бог пребывает в этих делах, там, в нас, внутри. И это является немеркнущей славой Его святыни и местом пребывания. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. То есть вот славьте эту память, потому что я там живу. Место мое пребывание, я живу в мысленных образах. Я там нахожусь. Псалом 29:5. Поэтому, исходя из многих изречений Писания, все чудеса и дела Божьи, совершенные им в древних днях, и вырезанные, как на печати, на скрижалях нашего сердца, это откровение спасительной благодати Божией, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Псалом 110:4. And when we study the second question, what purpose in the relationship between God and His redeemed child is remembrance of God's works in the days of old, called to fill and seal on the tablets of our heart, we, in a certain format, looked at three components that serve as a memorial before God, and we stopped to study the fourth component. This is the breastplate of judgment that contained the mystery of Thummim and Urim, through which God could hear man, and man could hear God. Человека, а человек мог слышать Бога. Without без наличия Урима и Тумима, наши молитвы идут на ветер, они вообще, God cannot hear them. Бог их не может слышать. Он их не слышит.
Но человек получает удовлетворение, он помолился, он удовлетворяет свое религиозное чувство, но никак не... Диалог с Богом не произошел этот диалог, потому что нет Тумима и Урима. Поэтому судно-наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом, как мы установили, это на самом деле образ формата постоянной молитвы. So, prayer, а посему молитва не соответствующая требованиям и характеристикам судно-наперстника, не имеет права называться молитвой. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право входить во святилище как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В 12 жемчужных воротах и 12 именах сынов Иакова написанных на этих воротах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4:2. Постоянство молитвы – это бодрствование на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от грядущих бедствий, и определяется такое бодрствование весело горящим светильником, определяющим состояние сердца праведника. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Притча 13:9. Притом, смотрите, светильник – это горящий светильник, это человек, рожденный Богом. Вы скажете, как же тогда светильник нечестивый? Да, он был святым. Чтобы стать нечестивым, вначале надо быть святым. Поэтому, раскрывая в этой притче суть весело горящего светильника, Иисус в свое время сказал, и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Луки 21:36. Порядок устройства судного наперстника обуславливает требования Духа и истины, которыми должны обладать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. А раз ищет, значит, еще не успокоился. Когда он найдет полное число поклонников, тогда он успокоится. При нарушении устройства этого порядка судно-наперстник, обуславливающий состояние и природу поклонника Бога, не может называться судным наперстником, так как утрачивают свою природу, свое свойство. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 4:23-24. То есть в этом коротком изречении дважды повторяется, что истинные поклонники должны поклоняться в Духе и Истине. А посему на практике поклонение Отцу в Духе и Истине заключается в том, чтобы не повреждать истины Божьи в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыности, лицемерия и корысти. Мы отметили, что в септуагинте, то есть в нашем переводе судный наперстник, называется знамением правосудия. Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть нужно сперва очистить совесть от мертвых дел, а потом записать туда. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, будет обуславливать природу истинных поклонников и давать право действовать как в них, так и через них Богу на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и материал, из которого должен был устрояться судно-наперстник, и остановились на рассматривании следующего требования, которое гласит: «И став в него, то есть в судно-наперстник, оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд». This shall be the first row. The second row should be a carbuncle, a sapphire, and a diamond. The third row, a jacinth, an agate, and an amethyst. And the fourth row, a chrysolite, an onyx, and jasper. They shall be set in gold settings, and the stones shall be, have the names of the sons of Israel, 12 according to their names, like the engravings of a signet, each one with its own name. They shall be according to the 12 tribes, Exodus 28:17-21. And so the 12 gold settings on the breastplate of judgment is an image of the judgment of God in the teaching of Jesus Christ who came in the flesh, written on the tablets of our heart, which we, as worshippers of God, are called to represent in our continual prayer. Mm-hmm.
а 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых. Это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога, которая должна шлифоваться и подгоняться под золотые гнезда. Мы не должны подгонять под себя истину. Мы себя под истину должны подгонять. Постоянная молитва – это молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. И такое упование на скрижалях нашего сердца представлено 12 драгоценных камнях судного наперстника с вырезанными на них 12 именами сынов Иакова, которые одновременно представляют какое-то из имен Бога, потому что Бог передал свое свойство молитвенникам. И каждый драгоценный камень, каждое свойство – это какое-то имя Бога. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Евреям 10:35. А наше упование – это имена Бога, которые показывают, кем для нас является Бог, что Он сделал для нас и что мы должны делать, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. А посему упование, в котором на скрижалях нашего сердца отсутствует судный наперстник, содержащий в себе достоинство 12 драгоценных камней с вырезанными на них 12 именами сынов Иакова, не может являться упованием. Устройство судного наперстника в 12 драгоценных камнях содержит в себе тот же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима и 12 жемчужных ворот, но с иными функциями и иным назначением. Это средство к достижению поставленной для нас Богом цели, которая именуется постоянной молитвой. Например, устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима содержит в себе стратегию 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, благодаря которому мы призваны взрастить себя в образ совершенства, присущего Богу. Это наша цель. Выполнение этой цели дает нам право вкушать от плодов дерева жизни 12 раз приносящим плод, дающим на каждый месяц плод свой. Устройство 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима содержит в себе стратегию напасти со Христом, которая является ключами ко входу в Царство Небесное, которым является дерево жизни 12 раз приносящим плод на каждый месяц. Это цена за право вкушать от плодов дерева жизни или же облекаться в плод дерева жизни, который является плодами воскресения или плодами правды. То есть, практически это новый человек должен обладать этими свойствами. Устройство дерева жизни, приносящее плод 12 раз в каждом месяце года, содержит в себе стратегию обличения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это результат или награда вечной жизни за перенесение напасти со Христом, представленных в 12 жемчужных воротах. При этом мы отметили, что все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета. И обслуживало только один священный предмет, это золотой ковчег Завета. Точно так же и эфод первосвященника, прикрепленный к нему судным наперстником, создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега, это Урим и Тумим. Как золотой ковчег Завета, так и судный наперстник образно представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим – это свет и совершенство, свет и право, или же откровение и истина. Десятословие, положенное внутрь ковчега Завета, являлось истиной, и эту истину судный наперстник представлял Тумим. Притом десятословие, обратите внимание, часто люди думают, что десятословие – это старый закон. Это закон потом пришел к этому десятословию. Десять заповедей никуда не делись. Десять заповедей отображают как Новый Завет, так и Старый Завет. Если там сказано «не прелюбодействуй», что значит, нужно отменить, а в Новом Завете можно прелюбодействовать? Или если там сказано «поклоняться только одному Богу и не делать себе Бога», то в Новом Завете что-то другое сказано? Нет. Вот. Весь закон, новый и старый, содержится в десяти заповедях. Просто старый закон представлял образные жертвы, а Новый Завет представляет уже наши молитвы в этих жертвах. А суть закона-то остается все та же.
откровение, которое человек мог получать на крышке ковчега, Завета в судном наперстнике представлял Урим. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. Всего, чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как написано. As it is written, wisdom in the hearts of all the gifted artisans. A wise person is one on whose heart is written the teaching of Jesus Christ. Came in the flesh. And to understand this teaching is possible by hearing the word. We cannot read the word of God. We cannot write the word of God into our heart by just reading without being a part of a church. И через Библию поставил, что through the Bible God has established that in the church He will place people, delegated authorities through whom we could receive the word of God. People think that if they went to some kind of Bible schools, they will gain something. They have gained proudness because knowledge yields a proud heart. Там преподают просто if it is обыкновенно, то есть ты должен знать. Кто написал, there когда is taught написал, who wrote this, who are the apostles, when these books were written, who were the different theologians, and what ideas are held in the Bible. And for this you receive a great. You can in different interpretations. When you ask them, where is the truth, they say, the gospel is not truth. Богословие это собор всяких фольклоров, всяких interpretations of different заблуждений, а уже узнать истину, они говорят, мы ее здесь не преподаем. The gospel or godly teaching is not. Богословие это просто соборное мнение, понимание мест Писания. Один это место так понимает, такой другой так, третий так. Иногда мне говорят, ты чего на богословов наезжаешь? Я говорю, я на них не наезжаю, просто они под ноги попадаются. Когда я иду к цели Богу, они попадаются, поэтому приходится переезжать. Будет ли это богословие или нечестивое, какая мне разница, склон такой. I will run over them and go on further. They may be left behind and yell and cry out to God. They may lay, but I will go forward. Итак, вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Исход 31:6. Практически здесь говорится о свойстве мудрости, содержащейся в Тумиме и Уриме, и о том, что носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Deuteronomy 33:8-11, and the Levite, he said, let your Thummim and your Urim be with your Holy One, whom you tested at Massah, and with whom you contended at the waters of Meribah, who says of his father and mother, I have not seen them, nor did he acknowledge his brothers or know his own children, for they have observed the word and kept your covenant. They shall teach Jacob your judgments and Israel your law. They shall put incense before you and a whole burnt sacrifice on your altar. Bless his substance, Lord, and accept the work of his hands. Strike the loins of those who rise against him and of those who hate him, that they rise not again. Видите, здесь говорится о поклонниках Бога. Поэтому из имеющихся благословений, которыми Моисей, человек Божий, благословил Леви, следует, людей, относящихся к избранному Богом народу, но восстающих на носителей Урима и Тумима, и ненавидящих их из-за отсутствия в себе Урима и Тумима, ждет незавидная будущность в озере огненном, горящем, in a particular format, we have already studied the first five properties of a worshiper in the virtue of five precious stones, through which God can constantly represent His will on planet Earth. We have stopped at the sixth component of a worshiper expressed on the breastplate of judgment of our heart in the virtue of the precious diamond stone. The sixth name on the second row from the bottom that was engraved on the precious stone of the breastplate of judgment on the tablets of our heart was the name of the sixth son of Jacob, Naphtali, meaning wrestler. And Rachel's maid, Bilhah, conceived again and bore Jacob a second son. Then Rachel said, with great wrestlings I have wrestled with my sister, and indeed I have prevailed. So she called his name Naphtali, meaning wrestler. We have noted that diamond is an adamant stone, который является чистым углеводом и поэтому обладает большой твердостью. Само слово «бриллиант» не имеет никакого отношения к другим
The word adamant does not have relation to any other stone beside diamond. It is also a gem that is cut no other way than like a diamond cut. The meaning of the name Naphtali wrestler engraved on the precious diamond stone is a weapon with which we are called to withstand and fight our enemies. It is a constant prayer in the power of the Holy Spirit that answers to the conditions of the precious diamond stone cut in a diamond cut. The name of God in the precious diamond stone, according to Jewish rabbis and Hebrew means Эль-Хай, was translated to Russian, means living God. Что в переводе на русский язык означает Бог живой. Therefore, а посему, исходя из значения имени Нефалима на драгоценном камне алмазе, следует, что функция шестого принципа, положенного в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной памятью пред Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живого. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Ephesians 6:18. The Holy Spirit can bind to us in our prayer battle under one condition, when our prayer answers to the condition of God's perfect will that is contained on the tablets of our heart in the condition of the breastplate of judgment. But the Lord is a true God, He is a living God and the everlasting King. His wrath, earth will tremble, and the nations will not be able to endure his indignation, Jeremiah 10:10. You see, God is danger here. He is our refuge because he is the God of danger. The name of the living God is a format of an oath, and the category of this saints who have not been taught to swear by the name of living God, полному и совершенному истреблению. Если она не клялась, если клялась, она подлежала истреблению. And it shall be, if they will learn carefully the ways of my people to swear by my name, as the Lord lives, as they taught my people to swear by Baal, then they shall be established in the midst of my people. But if they do not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, says the Lord. You see, the Lord, the living God, we are called to swear when we come to Him and say, the God lives before whom I stand, I believe in His word. Итак, and so the word living in relation to God means dwelling, great, unlimited in power, determining our being, the creator of our being, containing our being, preserving our being, overlooking over our being, and the Lord over our being. Повелитель и Господин бытия. You shall fear the Lord your God, you shall serve Him, and to Him you shall hold fast, and take oaths in His name. He is your praise, and He is your God, who has done for you these great and awesome things which your eyes have seen. Deuteronomy 10:20-21. The result of an oath in the name of the living God, Эль-Хай, was always the fulfillment of God's promise. И сказал Иисус, and речь идет о Иисусе, Сыне Иоанне, из всего узнаете, что среди вас есть Эль-Хай, то есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и ебусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан, и как только ступы ног священника, несущих ковчег Господа, владыки всей земли ступят в воду Иордана. Вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеной. Иисуса Навина 3:10-13. То есть именно именем Бога, живого Эль-Хай, Христос победил смерть. He had stopped Jordan. People living on the territory of the land of Israel, who are our paramount as enemies, is an image of the genetic program that we have inherited from the vain life of our forefathers. The vain life of our forefathers is a sinful life that yields the program of the second death or eternal death. And to erase this program of death from our essence, we must, in prayer battle, withstand the program of death with the program of life that is contained in the name of the living God, or the name of God Эль-Хай, that is presented on the tablets of our heart, on the breastplate of judgment, in the precious diamond stone with the engraving of the name Naphtali. Therefore, according to the characteristics contained in the virtue of the name of God, Эль-Хай, or living God, we note that the properties of a worshipper that are contained in the virtue of the name of the living God are called to represent the limitless authority of God over beings in the time allotted by Him and in His limits. Однако, чтобы посредством исповедания веры своего сердца представлять характеристики Бога живого в своей постоянной молитве пред Богом,
нам необходимо в назначенное для нас время и пределах нашего обитания облечься в эту жизнь Бога, в это имя Божие, которое представляет наш внутренний человек в воскресении Христовом. And to represent the virtue of a worshiper who worships in spirit and truth, and the virtue of the precious diamond stone that represents the living God, with engraving of the name Naphtali, wrestler, or a person who gives God the Holy Spirit the opportunity to fulfill the perfect will of God and fight with us against the organized powers of darkness that go against us. We have turned to some important characteristics that are contained in the name of the living God that is yielded by the virtue of the diamond stone that worshippers of God are supposed to have in their prayer battle, yielded by the virtue of the name Naphtali. Because of this, we will need to define what purpose is God pursuing when He calls His children to become warriors of prayer, as well as how and under what conditions can God give a person the right to become a warrior of prayer so that a person could represent the interests of God in the realization of His inheritance in God, чтобы он мог входить в присутствие Господне и представлять не свою волю, а Его волю. According to Scripture, being a warrior of prayer is a legitimate and privileged inheritance of saints of all time. Second, this is their original purpose expressed in their calling to trample the wickedness of the wicked in prayer battle. And third, this is one of the greatest provisions that is given by God to man, in which a person becomes a king and priest unto God and is seen by God as a diamond with engraving of the name Naphtali. В силу этого молитва воинной молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступно для освоения ее разумными возможностями человека. Из всех родов служения такая молитва является самым труднодоступным родом служения, который большинство христиан в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает, боится изнутри. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. 1 Тимофея 1:18. To define and build a system that will help us grasp the nature of a continual prayer and signs that will yield the warrior of prayer that could be founded on concrete commandments of God, then according to the revelations from Scripture, at prayer and the quality of warriors of prayer yielded by the virtues of a diamond, are supposed to be first or one, unceasing or continual. Обусловленной достоинством бриллианта должна быть, во-первых, second, assiduous, усердной, three, diligent, with boldness, reverential, with faith or trust in God, with thanksgiving, with joy, радостью, in the fear of the Lord, and in the Holy Spirit, or by prayer in tongues. In a certain format, we have already studied the signs of the first two components of the nature of prayer that yields the state of a warrior of prayer, as well as his prayer. Today, as much as God and the measure of our faith have allowed us to, we will study the third component of the nature of a warrior of prayer. This is diligence in prayer. In Scripture, the word diligence is attributed to prayer as a steadfast statute and an urgent military order. Although the word diligent and assiduously ratify the truth of one another and the nature of one another, in their nature they have different properties, and following one person's purpose, expressing the perfect will of God, they have different uses. These are not the same words, assiduously and diligent. We must know that diligence, according to its essence, is opposed to laziness and diligence. This is an analogy. Так, например, усердие в молитве – это сердечное расположение и горячая преданность Богу, которое выражает неземную любовь к Богу, усердие. В то время как прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием или же плод усердия, который выражается в молитвенном варении, которым человек преодолевает препятствия, стоящие на пути выполнения воли Божьей. Точно так же, как смирение является плодом кротости, и родство между ними определяется как родство между матерью и дочерью,
between a mother and a daughter and a father and a son. Therefore, diligence in prayer is a kind of effort in which man uses all the powers and means that he has to reach his prayer goal that has been established by God. Кстати, корень слова «прилежность» находится в слове «прилежащий» что означает «располагающийся» или «находящийся» Therefore, в непосредственной близости от чего-либо или «примыкающий» к чему-либо. А посему, когда речь идет о прилежании в молитве, то речь идет о примыкании к воле Божией, в которой воин молитвы воинствует в пределах совершенной воли Божией. To better understand the meaning of the element diligence in prayer, I would like to bring forth four points that will help us see the characteristics of diligence in part. This is the definition of diligence, the price for gaining diligence, keeping and developing diligence, and the fruit and reward of diligence. Плоды и награда прилежности. And so we will turn to Scripture and take a look at what is contained in the property of diligence in prayer, and what characteristics Scripture Писание наделяет прилежность в молитве. Писание определение прилежности выражается в молитвенной борьбе, в которой человек в работе с Богом преодолевает препятствия, возникающие на пути к овладению наследием. This battle is well characterized in the prayer of Jacob in Bethel, where Jacob, in his work with the angel of God, overcame obstacles in the face of his brother Esau. He had struggled with the angel and prevailed. He wept and sought favor from him. He found him in Bethel, and there he spoke to us. Hosea 12:4. We have already noted that the core of this phrase means not a struggle with God, but a struggle with the death in which the angel of God helped Jacob or fought along with him. Иакову или боролся вместе с Иаковым. Furthermore, присутствие прилежности, выраженной в молитвенном борении, мы встречаемся с Сыном Божиим в Гефсиманском саду, где Он с ангелом, посланным Ему от Бога, благодаря Своей прилежности, преодолевает страх смерти, вернее, страх разрыва с Отцом, и принимает решение выполнить совершенную волю Отца. He makes a decision to fulfill the perfect will of His Father. 42-44. «О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя, воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. И, находясь в борении, прилежнее молился. Из этих двух примеров прилежность молитвы эквивалентна и сопоставима затратам всех имеющихся у человека усилий. Прилежная молитва – это молитва, сопряженная с затратами разумных, волевых и эмоциональных способностей человека, в которую полностью вовлекается дух, душа и тело. Согласно академическому русскому словарю, термин «прилежный» означает «старательный», «борющийся», «прилагающий» или «затрачивающий все имеющиеся усилия». В силу этого молитва, обладающая в себе элементом прилежности, является, во-первых, The weapon that loosens the soil of our heart, which makes our heart good, or makes soft soil, which is able to be fertilized with the seed of the Word of God. Second, diligence in prayer becomes the weapon of our battle that is able to destroy any and all enemy strongholds. Three, diligence in prayer becomes the building material for making yourself into the house of God, the house of prayer. Fourth, diligence in prayer gives the ability to make ourselves into an altar of the Lord. Five, diligence in prayer presents us to God in the format of a living sacrifice that is pleasing to God. Six, diligence in prayer gives us the ability to inherit the promise that is given to us in due time. And seven, diligence in prayer gives us the ability to enter into the kingdom of heaven and join the forces of the next century or inherit the promise that lays on that side of time. The law and the prophets were until John, since that time the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it, Luke 16:16. Diligence in prayer is the ability to withhold pressure and aggression, the flesh, the world, and demons that try to incline us away from fulfilling the will of God. Diligence in prayer is pressure on the flesh, the world, and demons with the purpose of drawing them out from the limits of our calling that belongs to us but is in their control, которое принадлежит нам по праву, но находится под их контролем.
И первостепенное призвание зоны нашей ответственности для каждого из нас выражается в границах трех субстанций нашей человеческой сущности, духа, души и тела. Любая форма молитвы, возносимая Богу без элемента прилежности, не может найти благоволение в очах Божиих. Всякая молитва, которая творится без элемента прилежности, трансформирует наш дом из дома молитвы в вертеп разбойников. Так как отсутствие прилежности или отказ затрачивать усилия на сдерживание и на давление на плотный мир и на демонов не только не подвинет нас к реализации нашего наследия, но и будет ежедневно отнимать у нас те части наследия, которые мы уже имеем или получили по дару благодати. And so we will turn to scripture and look at what price must we pay so that we can gain the properties of diligence in prayer. The price to gain diligence in prayer is related to suffering for the truth and is defined as a daily decision to drink from the wells of living water. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Которые не могут держать воды. Накажет тебя нечестие твое. То есть вот когда мы оставляем источник живой воды и высекаем себе водоемы разбитые, то это нечестие. Писание говорит, накажет тебя нечестие твое и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Иеремия 2:13-19. Следует отличать жестоковыйность и упорство от прилежности. Первое исходит из гордыни, второе – из смирения пред Богом. Жестоковыйность из гордыни, а прилежность из смирения пред Богом. Молитва, лишенная прилежности, – это высекание водоемов разбитых, которые не могут держать воды. Молитва, лишенная прилежности, приводит к обожествлению своего ума в идола. All idols are originated from deification, and only then they progress and appeal to the lower creation in relation to themselves. First, a man makes his mind to God, Богом, идолом, and then а потом уже начинает, he begins наконец, to worship and mosquitoes and different insects and everything. To make an idol out of our mind, it is enough to decide to refuse to be diligent in prayer for the fulfilling of the will of God, and then our fate and the fate of our descendants will be sealed. When turning away from the broken cisterns in the subject of human и выбирая источник воды живой в предмете послушания словам, исходящим из уст Божьих, доверенных Его посланникам, мы вносим значительный залог за приобретение и развитие потенциала прилежности, сокрытого в нашей новой сущности. Когда мы пьем воду из разбитых водоемов, мы страдаем. Однако эти страдания являются результатом нашей гордыни, а не ценой прилежности. Но когда мы будем пить из источника воды живой, мы также будем страдать, но только уже страдать за истину. Так как все силы зла будут брошены против нас, чтобы увлечь нас к высеканию и созданию собственных водоемов. И тогда подобные страдания будут являться ценой, благодаря которой мы будем приобретать и являть в своих молитвах элемент прилежности, который рассматривается послушанием. Хотя он и сын, однако страданиями народ послушанию и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Евреям 5:8-9. Diligence in prayer as a decision is the use of our efforts. It becomes a necessary element that is able to not only to stop the enemy, but to bring our enemy to fear and panic. This is diligence. Diligence can bring our enemy to panic, not only stop him and withhold him, but he will be panicked, and we will then restore those territories that he has taken over. А теперь обратимся и посмотрим, каким образом нам необходимо сохранять и развивать элемент прилежности в молитве. Потому что сохранение и развитие прилежности в молитве совершается в неуклонном, постоянном и дисциплинарном противостоянии силам своей нераскрытой природы, искушениям мира и проискам тьмы. Колоссянам 3:23-24. And whatever you do, и все, что делаете, делайте от души. Вот это слово «делайте от души», то есть прилежно. На самом деле. И все, что делаете, делайте прилежно, как для Господа.
а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Нарушая же данное повеление, мы поступаем не по правде, и таким образом являем беззаконие. То есть нету прилежности, это уже не молитва, а беззаконие. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Как видите, дела, совершаемые неприлежно, расцениваются Писанием как дела неправды и беззакония, потому что все, что делает и творит Бог, Он делает и творит с прилежностью. А посему прилежность – это в первую очередь свойство самого Бога, которое и которым отмечены все Его дела. According to this fact, Apostle Paul wrote to Titus, who he called as Timothy, his son, that having been justified by his grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, but these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Titus 3:7-8. Good deeds are defined as a diligent fulfilling of the will of God, whereas the means and the powers for fulfilling this is a diligent prayer. And now we will turn to the fruit and the reward that saints will gain when they have diligence in their prayer. Using diligence or acting diligence in our prayer is the act of faith, the standard of which is Christ. Плоды и награда прилежности молитве открывают возможность для раскрытия в самом себе сверхъестественной способности реализовывать свое призвание и свое наследие во всех областях и сферах нашей жизни, или же дают Богу право отвечать нам на наши молитвы. Потому что, исходя из норм Писания, молитва, возносимая без прилежности, никогда не будет и никогда не была отвечена и услышана Богом. And effortless diligence in prayer. Diligence is effortless. This is something effortless, not something supernatural. Поэтому we will understand that effortless diligence in prayer gives God the right to answer this kind of prayer in supernatural ways. Мы затрачиваем естественную прилежность, а Бог отвечает сверхъестественным путем на эту прилежность. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о Нем Богу. И вот ангел Господень пристал, и свет осиял темницу. But constant prayer was offered to God for him by the church. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. Acts 12:5-7. The church diligently prayed for him. So they disciplined themselves. They at this time did not feel supernatural powers. This is the thing. Вы не чувствуете сверхъестественную силу. Вы просто продолжаете стоять, затрачивая все свои усилия. И тогда Бог отвечает сверхъестественным путем на вот это естественную прилежность. Естественная прилежность в молитве открывает в человеке сверхъестественную способность видеть и слышать голос Божий. Видеть и слышать Урим. Обыкновенная естественная прилежность. Isaiah 21:6-10. «И так сказал мне Господь, пойди поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием. И закричал, как лев, Господин мой, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». То есть, если человек не имеет прилежности, он не сможет услышать. То есть сработать с Уримом он не сможет. Прилежность – это часть тумима, которая есть в нем. Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность господствовать над своими врагами. Притча 12:14. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданью». Конечно, есть много таких пословиц, то рано встает, тому Бог дает. Имеется в виду, рано встает, он начинает работать, а не встает и просто занимается времяпровождением, прожигая время. Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность начальствовать в храме своего тела над всеми силами своей души.
the supernatural ability to command in the temple of his body. First Chronicles 26:6-8. Also to Shemaiah, his son, were born. His son were sons born who governed their father's houses because they were men of great ability. Do you see Вы here? Видите, God Богу нужны обыкновенные, прилежные люди. У нас недавно произошел инцидент на предыдущем служении, воскресение. Один человек возмутился и выскочил из собрания. Начал подходить к одному и другому и Has God touched you when we sing the song He touched me? I don't feel it. I don't feel it. You don't need to feel anything. We have said many times that faith is not a feeling. It is knowledge. You cannot feel supernatural things in the body. То есть этот проводник тела может ощущать материальные предметы, но он не может ощущать духовную суть. Да, тело может попасть и почувствовать сверхъестественное, но вы не сможете определить, это Бог или дьявол. Вы просто сверхъестественно можете чувствовать атмосферу. Поэтому, когда мы говорим о Боге, то всегда речь идет не столько о чувстве, сколько о знании. Вера – это информация, вера от слышания Слова Божия. Of the word of God. If you have heard, then he has touched you. Yes, he has touched me. Why? Because I have heard. And then because of this hearing, the feelings of every man sometimes appealing doesn't have these feelings because either he is ill or something else. It doesn't matter. Either there is a strong attack of the enemy. That's why he doesn't feel, but God is very close to him and he is walking with him. That's why he must diligently look. Did Jesus feel the presence of God? No, he felt that the Father is leaving him. He was прилежнее молился, и был пот его, как капли крови. Пришел ангел, подкреплял его, помогал ему в этой борьбе. То есть, естественно, сила пришла, потому что он прилежно молился. Поэтому не надо базироваться на том, что мы чувствуем. Базируйтесь на том, что вы слышите и что вы знаете. Бог будет исполнять свое слово, а не то, что мы чувствуем. Очень многие люди, которые все время чувствовали присутствие Бога, кажутся в аду. Who have said that they have felt the presence of God, they will end up in hell. Я чувствовал тебя. Я не чувствую его. Я чувствую, что он меня оставил. И у меня всегда вот это. Думаю, да сколько же говорить, когда подходит, я не чувствую, я чувствую. I tell them, я говорю, послушайте, перестаньте чувствовать и не чувствовать. То есть пусть это будет. Я не говорю, не надо чувствовать. Но основывайтесь не на чувствах, а на знании, на информации. Естественная прилежность молитвы дает человеку сверхъестественную способность насыщать свои благие желания. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Притча 13:4. Это притча, речь не идет только об обыкновенных вещах, об пище древней. Пища небесная или наследие наше нетленное мы получаем через прилежность. Если мы прилежно выполняем, нужно же прилежность. Sometimes иногда много вещей, которые мешают пойти на служение. Но прилежно to church, готовим свое тело, умываемся, готовим внутренне себя, готовим и идем, вот, преодолевая иногда, затрачивая определенные силы, теряя определенные деньги, которые мы могли заработать. Вот особенно это бизнесменов касается. У них иногда в это время могут срываться какие-то сделки. У них может все, но он для него сделка не сделка. Он говорит, подождите, Wait, they say, I cannot wait. And they tell you, and they tell you. And if you tell them, I have service, they will look at you and say, are you crazy? You will go to service next time. No. Then I will break the Sabbath. I cannot break the Sabbath. This is the day of rest. I have service. То есть, и, конечно, над ним смеются его же ближние, которые не посвящены Богу, так, не платят этой цены, не понимают, не видят, не прилежные. То есть, когда when надо, то есть для плоти, они для плоти, плоть у них на первом месте. А здесь плоть надо отодвигать. Все равно то, что мы зарабатываем, сгорит. Бог нам дает награду за то, что мы теряем часто материальное за счет того, чтобы набрать духовное. Теряем, мы платим цену. Поэтому здесь и говорится, что душа прилежна насытиться. Естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность наращивать богатство нетленное. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Притча 10:4. Разумеется, обогащает.
Потому что любое богатство, о котором говорил Давид и другие пророки, которые обладали несметными богатствами материальными, они назвали себя «я же беден и нищ». То есть потому что он постоянно нуждается в богатстве Божьем. Он называл слово Твое слаще меда, но лучше золота и лучше золота самого лучшего. Поэтому он искал этого слова в ночи, размышлял на нем, вставал, находил для него время. И тогда рука. Рука – это всегда смысл прилежности, действия, что-то делать. Но делать в границах Писания, делать по Писанию, молиться по Писанию, брать молитвенные слова, чтобы моя молитва и мое состояние соответствовало поклоннику. Естественно, прилежность молитвы дает человеку сверхъестественную способность иметь многоценное имущество. Proverbs 12:27. The lazy man does not roast what he took in hunting, but diligence is man's precious possession. Многоценно. So a lazy, he does not roast what he took in hunting, but diligence is man's precious possession. So this relates that what is hunted. То есть умение поймать и жарить. А что, ленивый не жарит своей дичи, что ее сырую ест, или как? Разве он ее сырую не ест? Здесь речь идет о какой дичи. Здесь речь идет об охоте. Вы охотитесь на дичь, которую вы можете получить только в церкви. Вы не можете дичь получить в богословском учреждении. Там дичи нет, там скармливается такое уже готовое все, там все понятно, все ясно. А дичь – это надо быть охотником, надо ловить. Надо все время искать это слово, ловить. Потому что оно не прирученное человеком. Вы не можете его приручить. Вот оно, вот это неприрученное у Иоанна хорошо видно. Он был в пустынях с Богом. Ел акриды и дикий мед, то есть он охотился за Словом Божиим. Мы должны быть охотниками, которые охотятся, ловят эту дичь, а потом начинают ее жарить. То есть готовить они начинают ее, они на ней размышляют. Имеется в виду жарить – это готовить на огне. Вот мысли – это огонь. Огонь возгорелся в мыслях моих. Поэтому, когда вы начинаете думать о том слове, которое вы получили, вы начинаете жарить эту дичь. Вы готовите ее таким самым. Человек, который не размышляет, он ничего не сможет приготовить для себя, чтобы поесть. Я имею в виду Слово Божье. Если он его получил, эту дичь, вот ленивый не жарит свои дичи. Оказывается, ленивого тоже здесь, он приходит и поймал это слово. Но он его не жарит, он о нем не размышляет. Размышлять можно только о том слове, которое мы не понимаем. Когда вы Слово Божье понимаете, какое-то, вы не размышляете, вы просто делаете, знаете. А вот когда вы не знаете, вы думаете, что бы это Господь сказал, что же Он имел в виду? И вы начинаете размышлять, думаете, и энергия, вот эта затрата размышления Словом, вы жарите эту дичь. И написано, что ленивый не жарит свои дичи, а имущество человека прилежного многоценно. То есть ваше имущество становится дорогим, высокую цену обретает эта дичь, когда вы ее жарите, размышляете о Слове Божьем, которое вы принимаете, но не понимаете. Естественная прилежность effortless diligence in prayer gives man the supernatural ability to do all in his time. The plans of the diligence lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. So pay attention here. Обратите внимание, здесь тоже два сопоставления. То есть, оказывается, помышление прилежного стремится к изобилию, это говорит о том, что стремиться к изобилию, прилежность – это долготерпение. Потому что всякий торопливый терпит лишение. Он не может прийти к этому изобилию. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Вот о чем здесь говорится. Что прилежный, он терпит, он ожидает. И благодаря терпению он ждет, что Бог исполнит обещанное. Потому что терпением мы доказываем, подчеркиваем, что у нас есть упование. Если нет терпения, говорится, что нет упования. Если у меня есть упование, я буду терпеть. Если у меня в банке есть счет, я буду терпеть, пока решение знаю, что у меня в банке есть, я буду терпеть. А если ничего нет, тогда и терпеть нечего, там пусто. Пустой счет.
А если у меня на счету многоценное, потому что всякий торопливый терпит лишение. Those who are hasty, they will surely be led to poverty. They don't have anything in their account, that's why. Помышление прилежного, видите, он помышление, человек мыслит, терпит, ожидает, размышляет, и он стремится к изобилию. Ecclesiastes 8, 5, 6 explains it this way. He who keeps his command will experience nothing harmful, and a wise man's heart discerns both time and judgment, because for every matter there is a time and judgment, though the misery of man increases greatly. That's why it is very important to understand that when a promise is stalled, we must know that God has sent it, it is on our account. Perhaps someone has stalled it, and we must diligently pray so that we learn about this. Sometimes God has sent us an answer, but if there is no diligence, you will not receive this answer. Something has stalled it. You must continue to pray until that whom is coming toward you will come, because your diligence is his weapon. And so according to this, it turns out that angels do not have their own weapon that they use to fight us for. The weapon of angels is our prayers, so that you understand what the angels battle with. Sometimes we might think, oh, angels are strong, they have a sword. This sword is your prayer. An angel cannot battle without your prayer. That's how the more diligent you pray, the more the angels around you will guard you, protect you. Let's remember Daniel. He had fasted on the 24th day, and on the 24th day, the man came to him, and he saw the angel Gabriel had came to him. This was a very high archangel. Daniel didn't have energy. He fell. He had no energy. And then the angel came to him so he could talk to him because he couldn't, because of the great power, he couldn't talk to Daniel. And he said, beginning of your prayer, the word came out from God, an answer. And I came to you, I would come to you right away, but the king of Persia stood in the way. And then Michael, the archangel, he came, and he took the command upon himself, but I came to you. Pay attention here. What happened here? It turns out that Michael the archangel talks with his angels, and their weapon was the weapon of Daniel's prayer. And now imagine what diligence in prayer is, what an important argument it is. You give angels the power to fight for you. Yes, you are just praying. You might feel that you are not strong, you don't feel anything. But at this time, hell begins to shake from this diligence, but you don't feel it. But then an answer comes. When the angels of God use your prayers. Look in Revelation what God says. He takes the prayer of diligent people, and when he poured them out, the earth shook. There were earthquakes, thunder that rattled the earth. This is what diligence does. Even the prayer of one diligent person, one who prays diligently, he can shake all of hell. We must understand this. That's why believe in prayer. Believe in this means. You have a weapon that there are no analogies for. Not a bomb, an atomic bomb, not all the powers of weapons, nothing is compared to this. Devil does not have this weapon. All of what devil fears most is a diligent prayer. Because it is easy to pray in the fire of the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, fire. You want an anointing oil. But this doesn't give us victory. This is just to communicate with God. When you enter into God's presence, there you will feel this sweet aroma. You will be in ecstasy in prayer. This is communion with God. But when you fulfill the will of God, и противостоите силам тьмы, вытесняйте из своего наследия то, что вам принадлежит по праву. Когда вы боретесь за свое обетование, вы не будете чувствовать сладкое помазание и огонь Духа. Потому что теперь ваш огонь передается естественная прилежность, становится сверхъестественной в руках ангела. И тогда Бог дает им слово, дает меч. И чем прилежнее вы будете молиться, тем больше ангелов
вступят в действие, в борьбу за ваше право. This вот так Бог определил. Далее естественная прилежность в молитве дает человеку сверхъестественную способность упразднить проклятие болезни. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молитва праведная, Иакова 5:16. Усиленная – это прилежная. От души – это прилежность. Молиться от души – то есть прилежность. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Прилежная молитва праведного человека может очень много сделать. То есть Бог много мог бы делать для нас через молитвы друг за друга. Но для этого эта молитва должна быть прилежной. Человек должен думать, переживать и молиться. Переживание. И поэтому в это время вы не чувствуете что-то. Вот все, вот все. Вам говорят, сообщают новости хуже. А вы продолжаете молиться. Нет. Нет. И, конечно же, вам будут говорить о всех симптомах, о всех. Нет. То есть прилежность победит любую болезнь, любой вирус, поставит все. Но только прилежность – это также терпение. Надо уметь ожидать, надо не ломаться. Прилежный человек не ломается, он потом видит, что ничего не получается. Пусть будет смерть, пусть приходит хоть что. Повторяю, прилежность в молитве – это такое мощное оружие, перед которым отступают все силы ада. Конечно же, сатана не хотел, чтобы вы знали эту информацию. Он все, что угодно будет вас толкать. К любому виду прославления, где вы можете наслаждаться. Здесь он не препятствует. Обычно он не препятствует. В музыке расширяйте ваши музыкальные возможности, способности, потому что так мы сотворены Богом. Это неплохо, это хорошо. Мы наслаждаемся приятной музыкой, слаженным пением. Бог наслаждается слаженным пением только тогда, когда есть прилежность, когда за этим слаженным пением стоит прилежность. Когда люди, затрачивая время не на служение, а на спевку, приходят вместе, чтобы спеться, чтобы потом группа вела это пение, вела в служении. Раньше это не было в собраниях применяемое. Приходили абсолютно не готовы. Приходили, да, простенько, споем вот так, простенько. И я помню, как один или второй дребезжащий голос какой-то старушки начинал петь, и все за ним тянулись, пока там... Ну, начнутся проповеди, вот люди собираются, собирались, и к этому привыкли. На самом деле никто не жарил вот этой дичи. Нужно готовиться, создавать такие, будем говорить, свой спецназ. Я, допустим, и Бог смотрит, и я на это смотрю, как спецназ. Это группа специального назначения. А вы знаете, спецназ обучается по-особому. Для того, чтобы... Есть спецназ молитвы, есть спецназ пения, это тоже молитва. У нас есть молитвенники, это тоже спецназ, ради которого Бог дает потом и мне, и поющим возможности петь. Самый сильный спецназ – это молитвенники. И не так их много, обратите внимание, сколько людей остается на молитвенное служение. Я имею в виду на ночную молитву, которая не так уж и долгая, 2 часа, но тем не менее, на нее не так много людей приходит. Я не хочу, чтобы просто, я хочу, чтобы человек приходил от души, чтобы он понял. Когда он поймет смысл прилежности, тогда он будет приходить, затрачивая. И вот тогда мы увидим сверхъестественные проявления в своей жизни, на всем служении. Потому что Бог может благословлять нас только в теле, друг через друга. Признавайтесь друг при другом в проступках. Когда мы обидели друг друга, мы заболеваем. И заболевает часто тот человек, который ниже по рангу. Если лидер обижает младшего члена церкви, знаете, кто заболеет? Не лидер. Заболеет младший член церкви, потому что он обидится. Он не имеет права обижаться, даже если лидер с ним неправильно поступил. Если он сможет перекрыть и понять, что даже если он неправильно поступил, я должен смириться. И как только он смирится, тогда Бог его исцелит, если он обиделся. И написано, тогда человек должен пойти и пожаловаться на этого лидера. И когда он пожалуется, тогда придет пастор, возьмет лидера и возьмет человека, рассмотрит между ними и скажет, чтобы тот попросил прощения у того, тот попросил, что он обиделся, а тот попросил прощения, что он неправильно с ним поступил.
had resentment on you because you offended him. Много может усиленная молитва праведников. And this is how we will be healed. Many of us болеют из-за того, что обижаются друг на друга. Sick because we are offended at one another. Представьте себе, я обиделся и заболел, что причина это. Imagine you are sick and you may not even know. We are offended for some kind of word because someone said something, because someone has corrected us. Мы обижаемся, кто-то Who такой, ты are не you? You don't have a right to correct me. Да, yes, he doesn't have a right to correct. Него, but you have resented him for doing this. Но вы также обижаетесь и на того, кто But you also you may also resent those who are supposed Мало to correct того, you. Вы поправляете and try его. To correct them. Да, вы не подходите ко мне и не говорите мне напрямую, что значит вот так и так. Но вы думаете сами в себе. Why is Почему he saying он это говорит? How как он это мог this? Сказать? Why а почему он это мог this? Сказать? Sometimes Иногда я слышу, они, эти слова доходят до меня, и мне становится грустно. Но я понимаю, что тот человек, который как-то каким-то образом пытается меня контролировать, что я должен говорить что-то, а почему он еще об этом не говорил, а почему вот это он говорит не так, а почему он дает плохой пример нашим детям, он говорит, что он не слушался. Всю школу на дыбы поднимал. Зато я слушался Бога и слушался моих наставников. Вы хотите, чтобы послушание было везде? Послушание везде невозможно. Если вы слушаетесь одного, значит, вы не слушаете другого. Я слушался то, что я слышал в церкви, поэтому я не слышался в школе. Потому что школа говорила противное. Что я даю детям противного? Я детям, наоборот, говорю, чтобы они не слушались греха. Когда будут говорить в школе, An idea какую-нибудь, что человек is told that people are monkeys. They must not listen to this. They must not be obedient to this. They must know that a person is made by God. And what have I said by this? And people say, "Oh, look, now our teachers, now our children will not understand or not listen to teachers. I was not a hooligan. I loved God, and I said this through God's jealousy." Я слушался и благоговел перед церковью и перед братьями, как я сказал, они для меня были ангелами, в прямом смысле слова. Прилежная молитва. Давайте не забудем о ней, запомним, что каждый элемент, он имеет свое лицо, свою сущность, но прилежная молитва, она вывела Христа из смерти и победила смерть. Она победит болезнь, победит все ваши трудные обстоятельства, потому что за ней идут сверхъестественные проявления. Любая прилежность естественная влечет за собою сверхъестественное присутствие Бога. Ангелы Божии будут сражаться вашей прилежностью. Это их оружие. Аминь. Будем молиться, да благословит нас Господь. Heavenly Father, Небесный Отец, in the name of во имя Jesus Иисуса Christ, Христа, we thank мы благодарим Тебя на этом place, святом месте, которое Ты очертил для поклонения святому имени Твоему, собранию святому. Мы благодарим Тебя, что здесь мы можем применять свою прилежность в молитве как средство as a weapon оружие, that there are no analogies for in this world. You are waiting for this diligent молитвы, prayer. You are desiring to help us to interfere in our lives. Because Потому you yourself, what you do, you do with diligence. All that Все, you do, делаешь, you place yourself in, себя, you use your energy. Да будет благословенна премудрость Твоя. В прилежности, которую Ты сегодня предложил народу Твоему, чтобы мы применяли, чтобы наша молитва имела эту характеристику, это свойство прилежности. Молиться постоянно, молиться с прилежностью от души, молиться с усилием, сопротивляясь плоти, немощи, сопротивляясь всевозможным искушениям, увлечениям и развлечениям. Да будет прилежность славною диадемою на головах Твоих воинов. Да будет это их оружием, которое они смогут передавать ангелам Твоим, чтобы они вместе с нами боролись. Ибо служение ангелов таинственно находится за гранью нашего ума. И тем не менее наша прилежность соединяет нас с ними. Она приводит их в возбуждение и в радость. Они получают силы
и этой сверхъестественной возможностью, которая преобразовывается через прилежность, они атакуют адские твердыни и разрушают их для нас, защищая нас и выводя нас из трудных обстоятельств. Несмотря на то, что много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь, благодаря прилежной молитве праведника. Бог не избавляет просто так праведника от скорбей. Только тогда, когда у него есть элемент прилежности, тогда ты приходишь в ответе и с ответом для Него. Благодарю Тебя, Отец. Во Христе Иисусе поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим. Призываю милость Твою и исцеление Твое на наследие Твое. Те, кто отстало, находится в обозе, да будут они благословены пред лицом Твоим, потому что некоторые устали, изнемогли. И мы не осуждаем их, потому что Ты тоже не осуждал. Но так как мы в теле, мы будем молиться друг за друга, поощрять друг друга, чтобы продолжали уповать на Тебя, что рано или поздно Ты ответишь. И уже ответил, но Твой ответ, возможно, задержался в молитве. Исцеление идет и задержалось. Нам нужно прилежнее провозглашать победу в исцелении, что Бог исцелил нас во Христе Иисусе и положил на наш счет исцеления. Нам следует благодарить Бога за то, что Он исцелил нас во Христе Иисусе. И следует прилежнее молиться, благословлять Его. Нам следует ценить Твое Слово и считать Его самым великим богатством. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за воинов молитвы. Благодарю Тебя за эту гвардию, за этот духовный спецназ. Да будет он благословен особым благословением, потому что мы нуждаемся в молитвах друг друга. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.